Впервые в Якутии проходит саха-корейский фестиваль под названием Unity. Здесь воедино сошлись как корейская поп-культура, так и национальный якутский колорит. По порядку и подробнее в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. На этом фестивале собрались сотни молодых людей. Всех их объединяет любовь к корейской поп-культуре. Их музыка, танцы, стиль одежды – все это привлекает молодежь. И сегодня у корейских музыкантов армии поклонников. Они яркие, энергичные, и там в основном в кей-поп-культуре танцуют. Танцуют, поют одновременно, и все это ярко. Изюминка и главное событие фестиваля – это выступление популярной корейской группы Double Eight. Якутск – единственный город в России, который в рамках своего гастрольного тура посетит группа. В Корее у нас сейчас тоже зима. Мы были наслышаны про Якутию, что здесь очень холодно. Но, к счастью, когда мы приехали, не так сильно были напуганы, потому что, в принципе, сейчас морозы здесь похожи на зиму в Корее. Будет концерт только группы Double Eight. Сделаем все возможное. У нас очень большой опыт концертов. Все концерты, которые проходили, мы выкладывались на 100%, и надеемся, что здесь концерт тоже пройдет очень успешно. Помимо певцов, исполняющих каверы на популярные корейские песни и танцевальных групп, на концерте также представлены молодые и талантливые хамусисты. Еще одним национальным штрихом стало исполнение «Осохая», но исполняют его на четырех языках. Помимо якутского, это русский, английский и корейский. Мне просто так пришла идея, потому что мы хотим пропагандировать свой национальный хамус и «Осохая» среди молодежи. Вот. Из-за этой цели мы подумали, чем сейчас интересуется молодежь, да? А молодежь сейчас очень интересуется корейской культурой. Давайте мы сделаем, вот, пригласим гостей из корейской поп-группы и соберем наших фанатов и с ними вместе организовать вот хомус фестиваль и осохай. И мы в конце все вместе дружно должны петь песенки вот, осохай. Мы решили разобраться, почему же корейские поп-группы пользуются такой популярностью, в том числе среди якутской молодежи. Они очень даже внешне на нас похожи. И поэтому тоже, может быть, граница стирается, и они нам очень близки, может быть, еще и по духу. То есть наш народ очень талантливый народ. У нас очень много есть музыкантов, людей, которые занимаются модой, которые занимаются красотой, да, художники. И корейская культура, она тоже такая. Там очень вот это ценится, есть вообще культ красоты, стиля. И нам это очень тоже близко. И поэтому наши молодые люди могут это очень хорошо разделять и поддерживать. Итак, корейская поп-культура объединяет в себе легкую ненавязчивую музыку вкупе с динамичными танцами и яркими образами. Плюс к этому схожий менталитет и внешнее сходство. Все это позволяет молодым людям чувствовать себя ближе к исполнителям. Благодаря всем этим аспектам все смогли прекрасно провести время на этом фестивале. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.